Неприятная история о древнем проклятии связана с одной из крупнейших катастроф нашего века – гибелью Титаника в 1912 году. Исследователи доподлинно установили, что лайнер затонул после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике. Те же, кто верит в проклятие фараонов, убеждены. Das größte Schiff der Welt auf seiner ersten und letzten Fahrt. Die Titanic. Kapitän Smith wählt die nördliche Route über den Atlantik. Eine verhängnisvolle. The vessel that Alexander had ordered from Denmark was the size of a small cruiser. Beautifully built and decorated. Что ленинская агитация за мир ускорит конец войны. На пароме иммигрантам предложили заполнить анкеты. Не ловушка ли это? Вместо фамилии указали псевдонимы. А через несколько минут появился капитан с вопросом, есть ли среди едущих Ульянов. И вновь. Значит, провокация? Большевиков в Швеции интернируют? И первым Ленина? Но когда Владимир Ильич назвал себя, выяснилось, что это Ганецкий запросил по радио, находится ли на борту группа Ульянова. Минули короткие дни встречи. В день нашего отъезда, вспоминала Маняша, сильно запало в памяти выражение его лица. Я помню, я 8 марта приехала в Нью-Йорк. На как красиво вы. Но с развитием авиации путешествия по морю пошли на убыль. Порт Трелеборг. Казалось надежным убежищем, плодоносящим древом, способным распространиться по всей России. Городе Саутгемптон, когда в 1620 году корабль «Мэйфлауэр» взял курс на Новый Свет. 30 лет спустя, в 1920 году, миллионы иммигрантов совершили плавание назад. Риск, связанный с плаванием через Атлантику,